В ночь на пятницу в индустриальном районе города произошло столкновение двух автомобилей, владельцы которых оказались знакомы заочно. Водитель Toyota Corolla ехал по Краснореченской от Института культуры в сторону улицы Юности. Его оппонент, шофер Honda Fit, выезжал на Краснореченскую с Колораша с левым поворотом. Автолюбители выдвинули взаимоисключающие версии относительно причины ДТП. Якобы оба двигались на разрешающий сигнал светофора. Он вам объяснял, почему он на красный-то поехал? Ну, вот мужчина уверяет, что ему горел зеленый. И вы тоже, да, что на зеленый, да? Ну, я думаю, тут безопасный город, как бы камеры есть, нас уже рассудят. Несмотря на значительные повреждения автомобилей, оба водителя вели себя вполне дружелюбно. Оказалось, что их машины не первый год стоят по соседству в разных боксах одного и того же кооператива в Южном микрорайоне. Автолюбители часто видели друг друга, но познакомиться лично пришлось этой ночью в ожидании автоинспекторов. Мужчины решили, независимо от того, кого из них сотрудники ГИБДД признают виновником в столкновении, в беде друг друга не оставят. Все равно маршрут следования после ДТП у них один – обратно в ГСК. «Хонда», мотор которой остался в рабочем состоянии, потянет на буксире универсал своего оппонента. Передвигаться самостоятельно «Тойота» не может. Поврежден радиатор. Разбитую «Короллу» автолюбитель намерен восстанавливать собственными силами. У него большой опыт ремонта автотехники. 3 года назад он восстановил машину самостоятельно, хоть она и была в весьма плачевном состоянии. С места происшествия Михаил Сергеев и Павел Рогатин.